Всех приветствую, продолжаем знакомиться с работами художников, описаниями этих работ. Острая карта с бубновым тузом. Жорж де Латур. Холст масла около 1638 года, 106 на 146. Луврский музей в Париж. Тема шулерства была популяризирована Караваджо в конце 16 века. Фактически эту картину можно рассматривать как шикарную, в кавычках, версию картин Караваджо об азартных играх, которые были морально более зловещи. На холсте изображены четыре персонажа в половину роста вокруг стола, покрытого зелено-желтой скатертью. Мы являемся свидетелями того, как состоятельный молодой человек справа лишается своих денег другими игроками, которые оба, похоже, замешаны в схеме. Шулер слева на самом деле находится в процессе извлечения бубнового туза из-за спины. Персонажи изображены на темном фоне, что не позволяет определить место, где происходит сцена. Сидящий молодой человек справа и женщина в центре, и стоящий мужчина слева. Женщина-служанка встает, подавая бокал вина женщине в центре. Сцена освещена источником, находящимся вне кадра, слева. Резкий, холодный свет вырезает силуэты, создавая поразительные контрастные эффекты. Эта картина является одной из двух версий одной и той же композиции де Латура. Но вот такое описание я нашел в интернете к работе Жоржа де Латура «Острая карта с бубновым тузом». Около 1638 года, находится в Луврском музее в Париже. Пока-пока, до свидания.